Впереди плей-офф. Хоккейный клуб «Чебоксары» завершил регулярное первенство на победной ноте. Вчера «Богатыри» сыграли третий матч с Оренбургом. Первую встречу на выезде в Оренбурге «Чебоксары» выиграли. Второй матч остался за хозяевами льда. В третьем наша команда наращивала свое преимущество с каждым периодом. Победа могла получиться крупной, но в завершении Оренбург забросил две шайбы и устроил нервную концовку. Ну, а в сегодняшней игре мне понравилась команда, то есть уже совсем другого Москвы, проверили небольшое собрание на расставке. Вот, хотелось на мажорной носе завершить регулярный перец, что, в принципе, сегодня не получилось. Выложились ребят, немножко смазали концовку, но, тем не менее, положительный результат в такой степени себя сглаживает. В итоге победа и два набранных очка. После этого тура ХК «Чебоксары» занимает вторую строчку в турнирной таблице первенства высшей хоккейной лиги. Соперник «Богатырей» на первые игры плей-офф станет известен позже, когда регулярные матчи завершат остальные команды. Если «Чебоксары» останутся на втором месте, то в плей-офф сразятся с красноярскими «Рысями». Если спустятся на третье, соперниками будут ХК «Оренбург» или «Кристалл». Первые игры плей-офф наша команда проведет на выезде, а следующие – дома в «Чебоксарах», предварительно 4 и 5 марта, сообщают на официальном сайте хоккейного клуба.